В общем, я аж весь этот чек, весь аж смяла. Посмотрите, в чем. В общем, ребятки, я сейчас жду родителей. Короче, мои впечатления от музея, это вообще реально, потому что, ну... Ребят, все настолько красиво, все настолько тонко. Все люди как-то быстро уходили, а я смотрела, наверное, на каждую картину, на каждую... Вообще на все, смотрела, наверное, по-моему, 5-10. И была это, наверное, часа полтора, если не два. Ну, мне так кажется, на самом деле я не знаю. В общем, ребят, это классное впечатление. Кто такое любит и таким прям восхищается, вот, пожалуйста, сюда, в центре. Я реально под впечатлениями. Я не знаю, у меня теперь в голове, знаете, просто одни картины, разные картины. И, короче, это супер. Не, реально, ребята, мы ходили его по центру, все, это не то же самое. То есть сегодня, реально, когда ты входишь в само здание, ребята, это другие ощущения, нежели ты просто гуляешь по тротуару, смотришь здание, конечно, тоже классно, но когда ты входишь туда, эмоции просто переворачиваются, я скажу вам честно, я не знаю, либо я так просто реагирую, но я очень эмоционально к этому отнеслась, конечно, раз просто даже вышла на улицу, хотя родители мне сказали подождать там, но я просто вышла, чтобы вдохнуть воздуха, потому что я шокирована сейчас, скажу честно. Вот. Если еще это было, знаете, с экскурсоводом, я бы вообще бы не знаю, я бы там бы просто бы вот с открытым ртом бы стояла, так хоть одной поспокойнее бы прошла, потому что так, знаете, я бы вообще, я реально была бы в шоке еще сильнее. А я и так, блин, в шоке. И еще была бы в шоке. Господи. Ребята, я не знаю, это я не знаю, как сказать. Это вообще шикарно, реально, я побыла, это просто супер. Просто супер. Видите? Вот к этим людям пришел экскурсовод. Сейчас он им будет там, боже, знаете, очень долго все говорить, но мне самой, сама по себе, так скажем, в тишине, мне тоже очень и очень сильно понравилось. До революции каждое учреждение частное государственное само хранит, само уничтожает свою жизнь.
При этом салон открывает, что это ценно и точность. И поэтому, например, наши члены, засунул центральный рынок, купил там себе снег, но он же все. Вообще, ребят, вспомнили про экскурсовода. Он, оказывается, здесь не то, что был как бы здесь, чтобы за билет все, нет. Он просто им показывает город, рассказывает про здание. Ну, в общем, так случилось, так совпало все, что я еще и про здание узнала. В копилочку еще плюс. В общем, мы уже дома. Родители купили из дома еды вот такую вот интересную сладости. Интересные, необычные. Тут, я так понимаю, эклеры, тут, наверное, безе, картошка и какие-то вот интересные. Вот это, наверное, крем, наверное, какой-нибудь сливочный или что-то из этого, и, наверное, какое-нибудь песочное тесто. Потом, я шокирован, но мне купили, чтобы вы понимали, творожную запеканку, я вообще ее обожаю. И последнее, это пицца домашняя, это дом еды. Потому что, когда я поехала в музей, кажется, там было 2 часа, я реально, ребят, ничего не ела. Только, наверное, съела быстренько сосиску с чаем, все, и мы поехали. Вот поэтому сейчас буду кушать. В общем, сейчас посмотрим. Ну-ка. Вот такой кусочек пиццы. Пахнет классно. Ребят, еще один музей театральных костюмов. Посмотри наверх, видишь? Вообще, какая дверь. Так он работает, что ли, получается? Тут дышает 21-18 минут выходных. Ну-ка, открой-ка дверь. Или на ремонте. На ремонте. Ага. И вот вход. Ну, раньше-то здесь был не музей, а черт, здесь не знаю. Ага. А мы, как обычно, мимо дорог идем по своей. Потому что тут вообще реально... Мы такое еще не... О, что это за красное? Посмотрите, что это такое? Вау! Что это такое? Ребята, что это? А там парикмахерская. Да. ФСБшники захватили красивое здание. ФСБ. Ну-ка. Все старое. Такое вообще. Короче, там пахнет почему-то чем-то старым. Там в мешках что-то валяется и пахнет чем-то каким-то, вот я не знаю, прямо вот. Знаете, какой терпкий запах, реально. Терпкий. Ва. Вау. Ребята, очень красивая роспись. Красивая роспись. А вниз-то, смотри. Вниз-то идем мы. Так там целый, понимаешь? Ага. Видишь? Хотя тут нет его. Двери-то расписные какие, вау. Люстра такая, вау. Там, посмотри, стекло видно, матрешки там какие-то расписные. Залети. Вау. Успокойся. Класс, пойдем. Пойдешь? Да не, пойдем. А ты посмотри. Вот он, у них здесь тапочки костромские. Ты еще 300 за тапочки, видишь? Иль, видишь? Снегурочка, все дело. Вот они. Их зарисовывают. Вот их зарисовывают. Это этаж еще один. Да, и вход вниз в этот этаж. Ага. И чтобы там не говорили. Да, понятно. Приношу удачу. Ну, костромские тарелочки. Всякие разные. Красота. Ух ты, старинный дом. Сфоткаем сейчас еще. Клумба у них здесь. Красивые цветы. Это вообще, это в центре, вот по факту. Мы сейчас ходим, знаете... Там кафешки, все такое расписное, тоже все такое сверкает, красиво. И заходим просто вот обычный переулок или двор, и тут как будто мы попадаем в 19 век какой-то, реально. Прикинь, это так резко, такая плавная. А почему, откуда она? Прикинь, она как этот, разрастается как. Почему у нас такой нет? Даже светильники какие-то тут усилили. Ага. Это у них тут такие вот картины. Ну, короче, слушайте, это щеки-блеск. Реально, мы просто попадаем дорогой, и мы попадаем просто в какие-то старые дома, которые я никогда не видела. На квартира с номера такого, по такой, это что там? Не знаю.
А за ней с камнями не закидают? Офигеть, ребят, тут живут. Наверное, эти жили, как их, в лаптях обутые. Да я не знаю. Как красиво здесь, как-то... Ой, какие древние двери. Подожди, ты вот... Слушай, здесь просто all inclusive. Посмотри, какие двери. Какой восторг. Да, может, это сарайки или это что? Это сарайки. А может, это не сарайки, может, какие-нибудь конюшни. Нет, не конюшни. Ну, это сейчас это сарайки? Не сарайки. А так-то это возможно, да. Охереть. Ребят, тут вот реально здесь, короче, живет 6 человек. Ой, 6 квартир. Да, 6 квартир здесь. Вы представляете? А она, ребят, просто вот... Она огромная. Она огромнейшая. Огромная. Мы круг проходим. Она еще да, здесь еще появляется. Видите? 6 квартир. Ну, представляете, какие у них там комнаты? Да, реально, да. On the inclusive. Ну, я, наверное, вообще, слушай, гуляй, танцуй. Знаешь, Крис, вот я в таком точно не жила бы. Я предпочитаю все-таки каменное, что-то такое красивое. Это останавливался просто. Да, но, ребят, у них даже окна большие, это просто огромадина. Посмотрите, окна какие. А вон там, на той стороне, посмотри. А здесь живут просто люди, сейчас-то ведь. Вон на той стороне, посмотри. Там всякие фигурки. Какой-то, что там у нас? Костромская, Костромской Кремль. Что? Костромской Кремль. Там что-то какие-то указательные эти. Тоже, о, слушай, там что-то тоже имеется. Почему мы это не знаем? Ня-ня-ня, лавка, вот она. Там просто указатели. Богоявленский монастырь туда, это туда. Да, частная. Там скамейка. Да. И почему-то эти деревья здесь такие. Да. Смотри, там что, фрукты такие растут? Или яблоки что такое? Или это просто приделано? Дыни там растут. Да посмотри. Я не вижу. Настоящий яблок. Частная территория, ведется видеонаблюдение. Костромской Кремль там, Богоявленский там, пожарная Каланча, площадь Сусанина там. То есть здесь живут люди. Паутина. Здесь живут люди. Выращивают опять эти же морковки. Да, вот у них яблоки. Неужели они эти яблоки едят? Не знаю. Коней и очень старинные двери. А что здесь? Это... А здесь квартиры. 6, 19, 20. Какие там люди живут? Они а там еще знак. Дом построен в 1827 году. Не в 1900. Это красивый тоже дом. Чувствуешь? А в, Крис, 1827. Фигеть. Ты знаешь, это какой? Это начало 18 века. Так он еще стоит. Он постоял. 18 век, Крис, 19 век, слышишь? 20-й. 300 лет он уже стоял. Ты представляешь, сколько народ тут? Ну, жило. 300 лет. Да. С таким полукругом. Это вздумайся, Криска, 300 лет. Отсюда выходили там, ну. Да, разные люди. Да, разные. Разные поколения. Коней, что такое? А это у них утеплитель природный. От коней, да? Да. Реально, а чё так много? Смотрите, все в шерсти. И вот еще нас куда-то опять завело. Тоже интересно, необычно. Что-то бабайка съест. Что там увидала? Запах. Что там? Ничего там нет. О, Господи. Фу-фу. Смотрите, вазоны стоят. Но... Вы не видите. Огромные окна, да? Необычайное. Просто но... старинные двери. Это... Нет, ну здесь красиво, я ничего не говорю. Как это, бы знаете, даже... Да, вот это вот? Туда вход даже. Музыкальное красиво. Училище. Красивый. И когда-то, вход. Когда я была 16 лет, меня там прослушивали. Вот. Ну посмотри, Крис. Нет, если бы вот открыли там бы, был. Там видишь, какие стекла красивые? Стекла, господи. Ну да. Посмотри, какие вазоны стоят. Мне стекла больше нравятся. А мне вазоны нравятся, видишь? Видишь, какие стоят вазоны? Ага. Ты посмотри, сколько лепнины. У меня одни озоны. Крис, видишь? Ну. Сколько лепнины. А наверху, смотри, железная как черепица такая, типа. Угу. Окно там было. Да. Все. И вот эти все вот как мелочи, не мелочи, люди практически ты не увидят вообще. Какой кованный забор. Да. И какие светильники. Ты можешь себе представить? Какие это вообще, это только глазами видеть, реально. В этом здании, в 1945 году. Как здесь красиво! Раньше здесь училище было когда-то. А до училища, что здесь было, неизвестно. Офигеть! Посмотрите, какая лепнина там.
Подожди, это просто невероятно. Офигеть. Почему его закрыли? Красиво. Она аварийная или что? Я вообще не понимаю. А, она аварийная, наверное. Смотрите, какие миленькие. Это же все люди ковали, все делали. Шикарно. Учились здесь люди, да. Меня там прослушивали. Это вообще класс. Мини-чижник. А почему они такие? А что это за цветы такие? Что-то у них здесь кругом непонятно просто. А прикинь, если это старое, из тех веков и осталось, к примеру, какой-нибудь там цветочек. Что такое? Это гнездо. Или это гнездо. Страшное. Кого гнездо? Или шершня, или кого-то. Пойдемте. Новое? Пойдем. Не, ну здесь это возможно, кстати, да? Офигеть. Представляешь? Да. Ты видела, какое гнездо, Крис? Да, это реально огромнейшее. И причем она, новенькая. Новенькая, да. Новенькая. Это шерстная. Так вот, почему не сбиваются? Не видят, их всем наплевать. Мне интересно, вот эти вот, они, знаете, как у них ягодки такие вот, бутонные, как словно ежевика, но ты не ежевика. Что-то такая за решетку, что доходит платье. Не знаю. Вот реально, если каждую мелочь просматривать, ребята, это просто город новыми красками рисуется. За баранкой. Смотри, валенки узорчатые. Ну хоть сразу понятно, Кострома. Гербы России, старинные утюги какие-то. Рюкзаки, открытки. Ага. Мед. Да. Мед. Мед разный. Угу. У нас, знаете, столько меда много у нас вообще здесь. Башкортостан, башкирский мед. Как он относится к Костроме, непонятно. Реально, у нас там уголок Англии. Продукты. Есть. Там прям какие-то картины того времени. Да вон, уголок Англии в Костроме, там эти куклы. Коллекция кукол. Да? А здесь продукты, смотрите. И эти валеные скороходы какие-то. Видишь, дом ходить? Ага. Тапки волочные. Красиво. Мы, в общем, зашли в самовар, думали, то, что сможем пойти в туалет. Но, короче, мы не можем. У них кот от туалета. Закажешь, тогда посышь, а не закажешь, не будешь. Да, поэтому так это нельзя. Я считаю, что это неправильно. Ну, с одной стороны, это гигиенично, потому что зато сюда никакой там, знаешь, там левый не придет человек. Ну, левый не придет. Вау, сразу видно, какая здесь красота. Если ты турист, и ты не знаешь, куда сходить, и что теперь? Топинг к мороженому, все такое. Ну, у них, ребята, там так красиво, я не успела там вам показать. Там все такое миниатюрненькое, так вкусно пахнет. Короче, шикарно, одним словом.